Лабинский аграрный техникум очередной раз стал местом проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Сегодня в одном из старейших учебных заведений края состоялась торжественная церемония открытия 6-го чемпионата. Участников регионального соревнования в этом году 9. И приехали они из Тихорецка, Анапы, станицы Ленинградской, из Новороссийска, Славянска на Кубани, Брюховецка и поселка Венцы. Наш город представляет Лабинский аграрный техникум. Движение «Волскинс» позволило нам серьезно развить материально-техническую базу. Вот. И, наверное, одно из основных условий для того, чтобы это движение процветало и можно было получать хорошие серьезные результаты, это именно обучение наших преподавателей в первую очередь. Мы сегодня имеем достаточное количество преподавателей, которые могут давать серьезный уровень в подготовке наших студентов. Международное движение WorldSkills объединяет десятки стран. Лабинские студенты поднимались на высокие ступени. Денис Зленко стал серебряным призером 7-го национального чемпионата и сегодня выступает в качестве эксперта. Уже стало более легче устроиться на работу. То есть уже у меня, так скажем, небольшой стаж есть и дипломы по тому, что я занимался, сертификаты. И работодатель уже видит то, что у меня есть навыки, и он понимает то, что я человек не просто вот где-то пришел с улицы, а уже с навыками понимания, что я буду делать на производстве. Участник нынешнего 6-го чемпионата и эксперт произнесли традиционную клятву с обещаниями выступать честно, добросовестно и соблюдать все правила WorldSkills Russia. Владислав Тарганчук видит преимущество этого движения, трудоустройство гарантировано. Участвую в WorldSkills по компетенции беспилотного пилотирования, и эта компетенция нужна вот в будущем, она будет развиваться очень сильно, и очень много будет связано с беспилотниками. То есть, как минимум, это будет разрабатываться даже такое, что можно будет получать какие-то ресурсы с помощью беспилотников. В течение нескольких дней в Лабинске будут проводиться соревнования по 4 компетенциям. Информационные кабельные сети, прототипирование, агрономия и эксплуатация беспилотных авиасистем. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».